Организация пассажирских перевозок на маршрутных такси – одна из самых обсуждаемых тем в столице Дагестана за последний месяц. Недовольство людей выливается уже в отдельные протестные акции. Проблема, по словам экспертов, не только социальная, но и экономическая, если иметь в виду налоговые поступления в бюджет. Отчего и появилась необходимость в обмене мнениями представителей разных структур, отвечающих за порядок на транспортном рынке. С общественных слушаний сюжет Патимат Ханаповой. Повышение тарифа, забастовки водителей, маршруток и теневой транспортный бизнес. Сегодня обсуждение по этим злободневным темам проходило в форме общественных слушаний в Доме дружбы. Мнения, разногласия и доводы поговорить о проблемах отрасли пришли чиновники Минтранса, представители профсоюза, общественники, журналисты и сами водители. У каждого здесь своя правда. Оппозиция Министерства транспорта не оригинальна. Главное – исполнение закона. Дают понять, что ценевая политика не их стезя, и вмешиваться они туда не намерены. Это позиция Министерства транспорта, что нужно стоять строго на букве закона. Законодатель сегодня полностью описывает процесс организации перевозок в Российской Федерации. Значит, сегодня закон стоит на страже здоровья и безопасности пассажиров. И мы всячески поддерживаем и будем неукоснительно выполнять и требовать выполнения законодательства Российской Федерации. К ним близка позиция Ространснадзора. Безопасность пассажиров превыше всего. Изношенность транспорта и отсутствие контроля за водителями – причина дорожных происшествий. Средний возраст маршрутных такси по Махачкале составляет 13 лет. И при том, по словам экспертов, ни одна компания из 8 действующих по городскому округу 100% закону не соответствует. Мне кажется, надо в корне менять. Надо нам создать предприятие действительно в классическом его варианте, у которого все есть. Если пока это не будет, мы будем очень часто собираться. Это и еще, я думаю, все вы согласитесь, нужны новые комфортабельные автобусы взамен вот этих. Если эти же переводчики, например, имеют в виду 6-7-8, они могут это делать, ради бога, мы приветствуем. И Ространснадзор, к ним вопросы не будут. Если у них будут условия для проведения предельного медосмотра, если у них будут условия проведения предельного технического осмотра, если у них будут билеты, если у них есть мойки, какие вопросы к ним? Нету. Пожалуйста, если это будет, вопросов нету. Обсуждения и встречи идут своим чередом, но при этом цена на проезд в маршрутном такси до сих пор окончательно не зафиксирована. Несмотря на разные взгляды и неоднократные конфликтные ситуации, некоторые перевозчики отказываются поднимать тарифы, обвиняют надзорные ведомства в лоббировании интересов определенной компании. Тем ссылаясь на невозможность приведения дагестанского общества к законопослушанию, привлекает из Санкт-Петербурга компанию, которая применяет те же непрозрачные схемы ухода от налогов. К тому же создает огромные проблемы для жителей города Махачкалы и пригорода Ленинкента, включая и повышение тарифа проезда на 35%. Тем временем обоснованность поднятия тарифа будет проверять антимонопольная служба, в частности на предмет наличия сговора между перевозчиками. При подтверждении данного факта транспортным компаниям, поднявшим проезд, грозят штрафные санкции. Патимат Ханапова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, новости 24.